Доступное образование в Химках. Центр довузовской подготовки присоединился к программе «Вместе». Она разработана администрацией и поддерживает льготные категории граждан. Теперь ученики 9 и 11 классов могут посещать организованный центром занятия со скидкой. Наша основная роль – это подготовка к выпускным экзаменам, потому что формат школьной программы средней школы, он предполагает определенные программы и, к сожалению, не охватывает всю подготовку к ЕГЭ и к ОГЭ. Мы на дополнительных занятиях детям стараемся давать эту дополнительную подготовку, и, как показывает многолетняя практика нашей работы, дети успешно сдают. Самые популярные предметы – математика, обществознание и русский язык. Занимаются ребята в группах не более 15 человек. Так преподаватель может уделить время каждому ученику. Среди учителей – специалисты, много лет выступающие экспертами при проверке ЕГЭ и ОГЭ. Они не понаслышке знают, как эффективно подготовить к экзамену. Я еще не решилась именно в какой колледж я буду поступать, но эти курсы мне очень сильно помогают, так как мы вспоминаем материал, который я уже могла забыть за это время. Занятия стартовали 1 октября, но желающие еще могут присоединиться к обучению. Узнать подробную информацию можно на официальном сайте центра. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.